ибо благодаря дракону стоит здесь стена. Давным-давно в северной части приморской низменности в водосборе реки Ины был себе город Галанов. Жители этого города жили спокойно, занимались производством мебели, упаковок для разных продуктов, а также пытались изготовлять большие ветряные мельницы, которые вывозили за границу в соседнюю Германию, находящуюся за великой рекой Одрой. Для удовлетворения всех своих текущих потребностей галяне сеяли много пшеницы, ибо земли были тут плодородные. Местные пекари пекли вкуснейшие хлеба. Хорошо поживалось галянам, ой, хорошо! И так вот начали они продавать свои зерновые продукты окрестным городам и селам. Обогащались при этом, а поселение все больше и больше разрасталось. Весть о благосостоянии жителей этого города с быстротой молнии разносилась повсюду. Сюда переселялись люди из близких и дальних земель. Неподалеку от амбара, вблизи реки, жили две семьи. В одной хате жила Кася, а во второй Юрек. Они были знакомы уже давно и дружили. Время проводили они, играя, вместе пели и гуляли возле реки. Кася была жизнерадостной девочкой. Ей было 10 лет. Глаза у нее были синие, волосы длинные и рыжие, обычно заплетены в две косички. Она одевалась в разноцветные платья и кожаные босоножки. Юрек был ровесником Каси. Он был выше ее на 2 пальца. На голове у него были густые, черные, цвета смолы, волосы. Бегал он в коротких штанах и рубашке, но ноги не любил ничего одевать, и поэтому у него были сильные и здоровые ступни. Дети были очень заботливыми и охотно помогали как дома, так и всем соседям вокруг. В один день в Галанов приплыло несколько кораблей из соседнего города Щецина. Они переплыли озеро и потом плыли вдоль реки. Таким образом, корабли доплыли до самого моста возле амбара. Кася и Юрек сразу же заметили это и побежали поглядеть на них. Прибывшие хотели купить зерно и другие вещи. Они отправились на рынок, чтобы там приобрести все интересующие их товары. Пара друзей решила сопровождать их издалека. Конечно, ребятам было очень любопытно узнать побольше о новых гостях. Когда прибывшие закончили свои дела, они пошли подкрепиться в таверну. Дети решили притаиться возле окна и подслушать, о чем они разговаривают. Оказалась ужасная вещь. Приезжие затевали под покровом ночи приплыть и украсть весь запас галановского зерна, а потом обманом захватить всю эту землю. Испуганные дети рассказали обо всем услышанном родителям. В Галанове воцарился страх. «Что с нами теперь будет?» – горевали жители города. «Надо что-нибудь придумать!» Все советовали, что бы тут сделать такого, чтобы избежать беды. Но, к сожалению, у них не было ни оружия, ни армии. Вдруг Юрек крикнул Касе. «Нужно построить большой вал, через который не пройдут злые люди!» И они рассказали о своем плане тем людям, которые советовали, как тут себя защитить. В Галанове были 2 церкви, по каждой стороне реки по одной. План был такой, чтобы построить большую стену от одной церкви к другой, так, чтобы даже если враги приплывут, то не проберутся на другую сторону и будут вынуждены отплыть ни с чем. Народ считал эту идею весьма удачной, но оставался вопрос, из чего построить эту стену. Самый старший житель этого города, благодушный Матько, сказал, что существует легенда, говорящая о больших запасах глины прямо за городом, рядом с селом Хеленово. Некоторые говорят, что именно там, много лет назад, утопили дракона, который едва не сжег всю деревню. Большая часть глины, поглотившая его, затушила огонь, которым он зиял. Но это было давно, и неизвестно, правда ли это. Юрек с Касей не сдавались. Они настаивали, чтобы поехать и поискать глину, чтобы построить большую стену. «А что нам терять?» – спрашивал вождь. «Мы должны как-то защищаться». Решено послать всех самых сильных и быстрых, чтобы проверили, есть ли под Галановом глина,
ибо время поджимает. Прочесывали дюйм за дюймом весь район. «Есть!» — крикнул Юрик. «Я нашел!» И действительно, за небольшим ручейком на болотистой почве находились запасы глины, песок, гравий. Одним словом, много строительного материала для стройки большой дамбы. Все в спешке кинулись с лопатами и тачками и начали свозить глину к реке. Остальные вместе с детьми лепили кирпичи и укладывали их один на другой. Радость длилась недолго. Глина была мягкой, а наблюдатели доносили, что зловещие корабли уже выплыли из Щецинского порта и направились в Голланов. Конец уже близок, но Кася и Юрек не сдавались, усердно мобилизовали всех. Юрек тех по левой стороне реки, от стороны Белой церкви, а Кася тех по правой, от стороны Красной церкви. Стена росла быстро, но она еще не застыла как надо, находилась под угрозой обрушения. Горожане с испугом смотрели, что будет дальше. Вдруг тишину нарушил ужасный крик. «Убегайте, дракон, чудовище вышел из-под земли, горе нам!» Действительно, во время больших земляных работ был откопан дракон, который однажды увязнул в этих болотистых землях. Только Юрек с Катаринкой были хладнокровными. Они созвали всех перед большой глиняной стеной и приказали им схватиться за руки и ждать сигнала. Половина горожан должна была пойти с Юреком, а половина с Касей. Страх овладел всеми, ибо когда чудовище бежало в их сторону, земля содрогалась еще сильнее, чем болото и напуганные люди. Когда дракон набрал воздуха, чтобы пахнуть первой струей огня, Юрек крикнул: «Сейчас!» Горожане разбежались так, как раньше договаривались. Группа Юрека в Белую церковь, а группа Катарины в красную. Когда дракон дышал огнем, глина прожглась и образовались кирпичи. Стена стала твердой и горячей. В тот момент вражеские корабли заплыли в порт. Когда прибывшие пытались пересечь плотину, обожгли руки и ноги. Начали в панике убегать на свои корабли. Но разозленный дракон опять пахнул огнем, сжигая их. Часть нападающих спасалась, прыгая в воду, но неизвестно, спаслись ли они. Дракона также уже никто никогда не видел. Некоторые рассказывали позже, что полетел на юг, в сторону Кракова. Но кто знает, как было на самом деле. Тот голлановский был немного похож на вавельского дракона, однако тот как бы был более худой, с шероховатой кожей рыжего цвета. У него были выпученные глаза, длинные когти на морщинистых лапах, удивительно маленькие уши и много нерегулярных точек на теле. Драконий нос на кончике огромной морды был небольшой, но зато с прекрасным обонянием. Разумеется, крылья были у него похожи на крылья летучей мыши. В любом случае, красотой он не грешил. Когда дым рассеялся, горожане повыходили из церквей. Проверив, что опасность миновала, все вернулись в свои дома и начали восстанавливать порядок на улицах. Старая стена стоит в Галиневе по сей день, простирается вдоль реки напротив амбара. А церкви были названы в честь героических детей, ибо говорят, что были они святыми детьми, и одна церковь, та большая и красная, это церковь святой Екатерины, а вторая, та меньшая и белая, это церковь святого Ежегу. Обе церкви стоят до ныне, и кто знает, может быть, когда-то, если понадобится, предоставят убежище и помощь жителям города».